даже не столько для нас тренеров, сколько для самих футболистов, когда футболисты туда-сюда бегают. Тяжело, да. Ну, не хочу, не правда. И две замены уже в первом тайме, то, что значит не вошли в игру, то есть полный провал. Ну, если вы посмотрите внимательно в голу и то, как действовали футболисты, которых мы поменяли, если бы не поменяли, мы 6 навещих в первом тайме работали. А скажите, пожалуйста, вы с Казаченко, который в такой же ситуации, как вы, в 2009-м, когда смену «Зенит» тренировал, попадал, еще не советуете? Как лучше игроков будет мира, когда там после первого круга почти весь состав поменял? Ну, у нас не весь состав, но нельзя менять. У нас он парни выходит только в школу, закончит 8-96 года, там еще 96 года. Они еще, по-моему, экзамены только сдали. Как, кого мы будем менять? Выходить, чтобы я сидел, кого? Симака сейчас заявляешь? Нет, ну «Зенит» был создан, чтобы наигрывать второй состав, но там Лето выпустят новые из класса. Будем знать, вот кого нам дадут, там у нас есть люди, которые думают. Ну, а чего от нас требует, если у нас даже на сайте официальном «Зенита», по-моему, нету, да? Нет, вообще ничего. По этому поводу очень много вопросов. Мне самое интересное, то есть, других команд. Надо было создавать команду для того, чтобы даже нас на официальном сайте не поместить информацию. Ну, для меня, на самом деле, неприятно. Я представляю, сколько для пацанов неприятно, да? Ты приходишь и стоит трибуна, и никто не знает даже, что такая команда существует. Ну, да. Я думаю, что для нас даже приятнее играть где-то на выезде, турнир какие-то, чем дома. Ну, ненормально, когда официальный сайт написан «Зенит основался», там «Зенит молодежь», там «Зенит 2» несколько. Нет, там в Академии «Зенит» появился раздел «Зенит 2», там состав есть, и есть две игры, что мы сыграли, больше ничего нет. Ну, официальный сайт. Да, официальный. Нет, на одном дивизионе вообще ничего. Говорит? Руководство «Зенита» видит такие результаты, не проведет руку это. Это не вопрос никак. Ну вы себя виновным не чувствуете. Ну вы что, вы тренируете как можете. А как они играют, как им в голову не влезть. Как я себя виновным не чувствую? Почему я себя виновным не чувствую? Вы всегда выигрывает команда, проигрывает тренер. Тут проиграла команда. Нет, проигрывает команда и проигрывает тренер. Здесь отделять себя от игроков. Я точно так же радуюсь победам, как и они. Все.